Здравствуйте, друзья! Время отложить в сторону прогнозы, бумаги, расклады и выключить интернет. Начинается, собственно, игра. И мы будем ее смотреть вместе с вами, смотреть и комментировать для вас. Я Василий Уткин, мой коллега Василий Соловьев. Добрый вечер! И поверьте, мы волнуемся не меньше вашего, потому что этот матч наверняка тронет нас за живое. Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Но проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. То ж, если у команды есть наигранная комбинация, то угловой очень опасен, тем более на первых минутах. Отличный угловой. В перерыве, конечно, расслабиться не получится, потому что перевес в один мяч – это только полдела. Отличная угловая комбинация, команда воспользовалась своим шансом. Первый гол матча забит всего лишь на 6-й минуте. Отличный пас вперед. Неужели мяч в сетке? Мои советы. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Или практически невозможно. Команда начинает отрываться от соперников. Неплохо увидел партнера. Команда двигается к воротам. Не удержал. Ну же! Роскошный сейв. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится, вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Прекрасный намеренный подкат. У, как их много. Что-то задумали. Как здорово от защитника ушел. И снова. Еще таких голов. И еще. Надеюсь, команда услышит мой призыв. Команда совершила очень убедительный прорыв. Такие передачи резко могут ускорить игру. Мяч ловко увернулся от защитников и находит партнера по команде. Он проводит подкат и легко отбирает мяч. Так, хорошо. Держит мяч команда. Такие дальние удары бывают очень опасны. Технично вратарь сегодня отрабатывает. Очень технично. Я даже не думаю, что здесь дело в везении. Уж слишком хорошо он читает игру. Бояр. Нужно бить. Он бьет. Голкипер далеко выбивает мяч в поле. Мяч и игрок смотрятся как одно целое. Вовремя подоспел оборонец. Мяч выбит из штрафной.
Бойер. Просто необходимо выжать максимум из этого атаки. Конечно, игрок мог забить. Просто ему не дали занять выгодную позицию. Работа у защитников такая, понимаете? Мне иногда кажется, что он сам по себе играет, про команду не помнит. Эта атака смотрится голевой. Здесь жесткая, плотная опека. Бойер. Многообещающий удар. Нет, этот удар был чересчур простым для вратаря. Хорошо сыграл вратарь, и во многом благодаря тому, какую удачную позицию он занял. А кто ее выбирал? Он просто обязан был сделать это. Перехвачен мяч, опасно. Мяч выкатывается за линию, удар от ворот. Хорошая мысль. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Какой шанс изменить счет? Конечно, и игрок тут не полностью извлек выгоду из положения, но как тут справишься, когда в воротах стоит такой мастер своего дела? Рефери развел руки в стороны, надо играть. Мяч летит в сторону, неудачный удар. Безусловно, он сейчас очень переживает из-за своей ошибки. Прекрасная возможность. Красиво сыграно, но результата от этих ударов пока нет. Вратарь посылает мяч вперед. Свисток означает конец первого тайма, и он для одних ужасен, для других прекрасен. 3-0. Не спать в обороне. Ну же, какой шанс? Пас разрезает поле пополам. Все как по нотам. Заблокировали. Замечательно. Ну разве не красавцы? Какая командная игра в тылу. Лучший футбол сегодня показывает. Чтобы прорвать такую оборону, нужно чудо. Играть. Затягивается комбинация. Мяч катается от игрока к игроку. Давай же! И мяч в руках у вратаря. Вратарь сильно бьет по мячу. Защитник сумел прочитать действия соперников. Это должен быть гол. Вратарь выбивает мяч вперед. Непрошибаемая какая-то защита. Атака абсолютно бесперспективной выглядит. И как он постоянно находит свободных игроков. Очередной удачный пас. Короткий рейс. И это гол. Ну
Неужели команда не потеряла надежду на победу? 3-1 счет. И этот гол сокращает отрыв до двух мячей. Впереди мало времени, много работы, но разве эта команда не из трудолюбивых? Игрок наконец-то добился своего. Я уж думал, он так и не впадет по воротам. Ну бей же! Мяч был почти в воротах. Вы посмотрите, как он был уверен, что забьет этот гол. Особенно учитывая, что один мяч он уже отпраздновал. Он знал. Предстоит удар от ворот. Голкипер посылает мяч в отдаленный сектор поля. Очень неуклюжий. Это несуразная борьба за мяч. Судья мог бы и карточку показать. Вот еще одно доказательство того, что судьи ошибаются и часто очень жестоко. И в этот раз он ошибся. Должен был показать карточку. Ужасная игра. Нужно бить. Прямо в вратаря. Вот это красивый пас. Идеальная точность. Вот угловой. Надо собраться. Отличная игра головой. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Хорошо разобрался. И мяч отобран. Вбрасывание из-за боковой. И мяч перехвачен. Бойер. Этот парень легко пройдет любого защитника. Остался один удар. Защита играючи справляется с угрозой своих ворот. Неплохую передачу сочинили. Точный пас вперед. Какой шанс? Ну же! Удар блокирован. Защита на высоте. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой. Бояр. Попытается ли он дать пас на весу. И снова. Жертвы, а потом напал на нее. Гол! Игрок не только постоянно обостряет действия своей команды в атаке, он еще и сам завершает эти усилия. Два гола в матче. Блестяще. Хорошая схватка. Кажется, они решили взять ворота числом. И еще один гол. Это лучший гол, который я видел за последние несколько месяцев. Вот это сейчас укрепит уверенность команды в своих силах. Еще сильнее увеличивается счет в пользу этой команды. Встретился с мячом как по расписанию.
нападение в ударе сегодня. Ну бей же! Удар, мяч защитник попадает. Что ж, матч окончен. Мы, собственно, игры мы сегодня и не видели. Одна команда буквально высекла другую. Счет 5-1. Приятно констатировать, что победа досталась сильнейшему. Именно эта команда контролирует.